Недвижимость в Турции. Paradise Alanya. Я вас приветствую, меня зовут Агаси. Я нашел для вас очень хороший вариант в районе Тосмур. Около моря, около речки Тим. Хорошие локации. На хорошем этаже. Сторона восточная. Видит море, видит там горы. Соседние с нами. Если вас интересует именно недвижимость в Алании, звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Итак, дорогие зрители, тут есть открытый бассейн, открытая парковка. Бассейн восстановили полностью, новенькая. Большая территория и зона барбекю. Смотрим квартиру дальше. Я шляпу поставлю, а то потом скажут забрать. Хорошая прихожая. Два лифта у нас тут. Кому нужно там территорию, фотки все отправлю. Рядом вся инфраструктура для жизни. 17 квадратных метров только вот эта спальня. Отмеры лазерным измерителем у меня в кармане, как всегда. На месте показываю все детали нашим клиентам. Я свет отключил. Один санузел в этой квартире, планировка такая. Вторая спальня тоже где-то 15 или 16 квадратных метров, тоже не маленькая. Полезная площадь, я отмеряю от стенки до стенки, вот так. Выходит на балкон, отсюда же видно горы. Цена на данный момент 2 дня она фиксирована, потом может измениться, подняться, так что знаете, здесь цены начали играться, из-за этого я редко начал уже снимать ролики, то мне говорят, удали ролик хозяин, то у двери, то цена изменилась, то квартира продалась. Хорошие квартиры быстро уходят, дорогие, звоните по номеру, который я уже огласил, можете в описании, ставьте лайки, комментируйте. Я понимаю, что цены как для всех взлетели, пишут мне в комментариях. Да, что мне с этим поделать? Цены полетели в космос. И еще летят. Наверное, до Луны дойдут. Гостиная хорошая, просторная. Здесь до 25 квадратных метров как минимум. Балкон. Один большой балкон, который вы можете застеклить. Будет дополнительным. Здесь надо доделать. Бассейн с этой стороны, открыта парковка с той стороны. Я глазами вижу все вот так. Вы тоже так будете видеть. Фруктово-овощные магазины, все, я сам здесь недалеко живу. Это самая бомбовая улица района Тосмур. Море отсюда видно, подземные проходы к морю, песчаный пляж. Для вас, я ради вас, я пройдусь до моря и покажу вам все, что тут есть. Айдат 500 лир. Смотрим дальше. Вот. Такой коридорчик у нас. Вызовем лифт. Два лифта. Такой интересный лифт. Видите, новенький. Ухоженный. Есть пандус. Большая территория. Вот, восстановили бассейн, он новенький. Челька. Этот парковочка, генератор, авокадо дерево. Дерево есть, авокадо нету.
оливковое дерево. Поднимаемся вверх. И здесь кайфуем. Зона барбекю там. Вот видите, лес около, прямо на территории. Это, собственно, территория этого проекта. Иду я к морю, выйду на улицу. Прошел я дорогу напротив здания. То в овощный магазин как раз покажу цены на фрукты. Яблоки 15 лир заодно. Нарвабди. А хурма это, королек там. 5 лир. 15 лир. Дыня нету цены. Картошки нету цены. Merhaba abicim. Nasılsın? Fiyatlar var mı üstünde? 23 lir pomidor. Я порой здесь покупаю, потому что на базаре время не хочется терять. 18 лир. 2-3 лиры разница с рынком. Но они когда много покупают, скидку делают. Кабак 15 лир. Так. Авокадо 8 лир. 5 лир. Зелень, мелень, все есть. Яблочки 15 лир. 15 лир. Груша. Айва, сливы. Банан. Муз не кадар? Килосы не кадар? Музы килосы? Ну, вот здесь магазинчик такой. Клубнички. Ага. Мерабалар. Чилек не кадар? 65. Питанеси 65. 1 килосы. Килограмм 65 лир. Тешекилля. Аштык. Гиттик. Пататес не кадар? 9 лир, 13 лир. Соган? Соган, да, 9-10 лир. Иду я к морю. Ролик мне нужно сделать короткий. Радуем сеть магазинов BIM, сеть магазинов Шок, сеть магазинов Сеть Маркет. Впереди 250 метров сеть магазинов Мигрос, банкоматы. 200 метров в левую сторону от меня, туда, там речка Дим. Вот туда идет речка. Ресторан первый, второй, третий, пекарня. Около пекарни там вы тоже можете купить там пирожочек какой-нибудь, сесть, выпить чай, поесть. Тост там какой-то еще дают. Шаурму маленькую какую-нибудь. У меня вот друг сейчас ждет, звонил, пойду его увижу. К морю пройдусь. Там ресторан функционирует. Руслан, сейчас досниму, приду. Хорошо, сейчас приду. Пляж сниму. Вот так вот живем. И к морю. Осталось где-то 100 метров до моря. Первая береговая линия, дорога. Детский парк. Подземный проход. Есть... В той стороне, там, в сторону Алани, когда пойдете, подземный проход, он ровный прямо. Не нужно спускаться, не нужно подниматься. Ну, для пожилых людей, кто смотрит. Там тоже хороший пляж, песчаный. Здесь тоже песчаный. В воде нету плит. 500 метров от речки Дим до пирса отеля Grand Captain. У нас красота. Ресторанчики. Люди купаться хотят, не могут. Видите песок? Видите плавный вход? Одна плита есть в воде, а больше никаких плит тут нет. Это просто для прикола там стоит. Посейдон там поставил ее, чтобы доказать, что плита есть в воде. Красота. С вами был Агаси из солнечной Алании. Вот так сделаем район Тосмор. Всем пока-пока. Чао-чао. Бай-бай.